Всем привет, с вами Вячеслав Варфоломеев и обзор социальных сетей. Министерство обороны России рекомендовало военным не пользоваться социальными сетями во время службы. Ведомство просит отключить геолокацию и ничего не писать в соцсетях о службе. Но пока что это просто рекомендации, но если их сделают обязательными, то, к сожалению, мы можем с вами лишиться таких видео, как приколы из армии. А теперь мы с вами перенесемся в Южную Корею, где сейчас проходят Олимпийские игры. Я вам покажу несколько видео оттуда. Американская фигуристка Мирай Нагасу выполнила сложнейший элемент в фигурном катании – тройной аксель. Ну, кроме самого тройного акселя, внимание достойна реакция фигуристки на свой успех. И ее можно понять, далеко не все могут выполнить этот сложнейший элемент. Кстати, в итоге она заняла только второе место, уступив спортсменке из России. И мне кажется, если бы это произошло с Тони Хардинг, то реакция была бы немного другой. Шла бы ты гулять лесом! А может, ты просто не так уж и хороша? Может, тебе пойти в другой спорт? Гнида пархатая! А вообще, вместо слез радости фигуристка могла бы сделать вот так, как этот парень из Южной Кореи. Он, кстати, тоже занимается фигурным катанием, и мне, если честно, интересно, что у него получается больше, кататься на льду или выпендриваться. А вот вам еще одно видео с Олимпийских игр, и на нем, кажется, один парень не очень умеет пользоваться эскалатором. Но в любом случае стоит отметить, что парень молодец, потому что он действительно держится за поручни, как того требуют в метро. Ну а вообще можно сделать все, что угодно, если у тебя такая поддержка, как у сборной Северной Кореи. Кстати, вот этот парень слева, он вообще описывает всю мою жизнь. А на этом все. Занимайтесь спортом и держитесь за поручни. Пока.